В центре Киева напали на иностранного дипломата. Как сообщили в нацполиции, неизвестный ударил его прямо на Майдане Незалежности. По неофициальным данным, это потерпевший — это второй секретарь посольства США в Украине Амар Карденти. Так ли это, в МИДе не подтвердили, но и не опровергли, заявив, что не получали официальной информации об этом нападении от национальной полиции.